История Золушки бывает не только в сказках. Флорида две трети регулярного сезона шла вне зоны плей-офф и буквально чудом заскочила в последний вагон. В этих парней в начале плей-офф никто не верил, однако уже в первом раунде «Пантеры» остановили Бостон, который в регулярке набрал больше всех очков в истории НХЛ. Во втором раунде Флорида выбила грозный Торонто, а в финале Востока в четырех матчах разобралась с Каролиной. Главным героем серии можно назвать Мэттью Ткачука, который поучаствовал во всех четырех победных голах, причем три из них забил самостоятельно. Это первый финал Кубка Стэнли для Флориды за 27 лет, тогда Ткачук еще даже не родился. Ну и, конечно, гениальную игру в плей-офф показывает Сергей Бобровский. Российский вратарь тащит мертвые шайбы, а в финале Востока он пропустил всего 6 шайб в 4 матчах. И последний невероятный факт. В этом финале Востока играли сразу 3 родных брата. За Флориду Джордан и Марк Сталы, а за Каролину Эрик Стал. Верите в победу Флориды в Кубке Стэнли? Свое мнение оставляйте в комментариях.